А мы возвращаемся с нашими непохудевшими девушками, не потолстевшими, вернее. Сейчас мы попробуем опять их наполнить едой и всем остальным, чтобы они могли нормально развиваться вширь. Как показала практика после игры, если пустить их на самотек, они питаются еще меньше. Но там практически ничего не надо нажимать. В принципе, такой геймплей возможен для того, чтобы их немножко прокачать. Я сделал скриншот в этот раз вот этой части экрана, чтобы их сравнивать с каждой версией. И, возможно, я в конце просто выложу, как они будут полностью выглядеть. Если присмотреться со старым скриншотом, он в низком разрешении, там вот есть такой квадратик, то при помощи фотошопа и микроскопа можно найти, что все-таки они немного увеличились в объемах. Но это настолько незначительная цифра, что ее практически незаметно. Сейчас я в начале видео пройдусь по девушкам, потому что они одеты так, как будут одеваться в основном. Мы поиграли 2 дня, за 2 дня непрерывного питания у них не сильно все изменилось. Когда я их в тестовом режиме пустил на самотек, они немножко выровняли социалку. Я не знаю, как сейчас будет с социалкой, потому что у них все красное, все дела. Еще раз. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Действительно, че я не могу посмотреть их объемы талий? Где смотреть, а? Я уже забыл. Давайте вспомним все-таки. Татуировки. Стилизированные образы. Татуировки. Верхняя часть. Стилизированные образы. Не помню, в общем. И опять не нашел. Ну, в общем, не будем заморачиваться. В командном центре, скорее всего, можно посмотреть где-то эти параметры. Возможно, после этого видео я посмотрю. По киевскому времени мы врываемся наконец-то довести себя до настоящего женского уровня. Потому что в наше время быть стройной девушкой не модно. Модно быть девушкой в теле. Это я только что придумал. Так что, все такое. Там есть какое-то интересное толерантное течение, которое называет девушек, которые полные, несовершенными или как-то так. Девушки с несовершенной фигурой или что-то такое. Или, по-моему, не идеальной. Ну, я точно не уверен. Хотя, не идеально мне тоже кажется такое специфическое утверждение, ведь какая женщина себя будет считать не идеальной? Они все себя считают идеальными. Итак, жизнерадостные персонажи что-то там делают. Так, и, конечно же, я забыл, что я не включил в игру. Это режим паузы. Придется отжимать на кнопочку, потому что альтап все разрушит. Ага, понеслась. Да, теперь пробел придется нажимать вот тут. Итак, мы поели. Блондинка просто убрать и помыть делает. Телек выключить. Сейчас она за всеми уберет. И будет самое то. А остальные пока у них есть пару минут на то, чтобы... Давай, давай, там еще куча тарелок. Сможет ли она за раз унести столько? Отлично, смогла. Все, остальные бросились на еду. Открываем параметр. Взять остатки пищи. Взять остатки пищи и посмотреть телевизор. Это спит. Это может взять остатки пищи. Это взять остатки пищи и смотреть телевизор. Понеслась.
Ну, конечно. А это что сидит? Так вот она вот. Ну, вот из-за этого почему-то она не хочет отрываться от телека, смотреть текущий канал. Тоже такая же фигня. Сначала берем, а потом смотрим, смотреть текущий канал. Они все злятся. И взять остатки пищи и смотреть текущий канал. Так, брюнеточки, просто есть торт и смотреть текущий канал. Отлично. А это что-то передумала, да? Так, нужно просто запретить ей смотреть телек. Ага, все, уже ничего нету больше, да? А ты можешь просто идти готовить. Так. Куда мы побежали? Поболтать. Нет, ничем болтать не будем. Болтают только парни. Девушки не болтают. Им нечем болтать. Так, готовить. Готовить. О, мы достигли до второго уровня. Надо, кстати, смотреть все-таки, что подходит вегетарианцам. Типа такос с рыбой, да? Что там второго уровня? Такос, тофу, любой овощ, яйца с гренками. Давайте попробуем вот это для вечеринки. Угу, понеслась. Так, а остальные уже спят, да? Правильно? Вот. Шел у нас вторник. Кушаем вовсю, но все равно не набираем веса. И это немного смущает, конечно. Судя по всему, в игре все-таки не сбалансирован этот процесс, потому что в реале потолстеть тяжелее. Не, потолстеть легче. А в этой игре выходит, что толстеть тяжелее, чем худеть. Потому что для того, чтобы похудеть, им достаточно пробежаться пару часов на этой бегалке, и они уже начинают нормально так себя чувствовать. Так, ну да, теперь это переключение персонажей. Крайне неудобно, но после часа мы сменим управление и сделаем все дела. Так, остальные едят. Ну, в общем, просто отвыкнуть от пробила нужно. Это не так просто. Да, на правах рекламы у меня пробелом выключается и включается все. Так. Что там? И правда нету. Ну давай выбросим оставшуюся еду. Ну и чё мы? А, вот так вот. А, давайте еще кто-нибудь. Кто у нас там повар? Если я не ошибаюсь, ты, да? А, какое назначение? Нет, механика. Кулинария 2, кулинария 1, кулинария 2. Но ты спишь, да? Ну окей. А, кулинария 0, кулинария 1. Так, давай тоже, побежали. А, давай готовить. А, только надо смотреть, что не подходит вегетарианцам. Подходит вегетарианца. Может, я их просто кормил вегетарианской едой. Ах, вот я нехорош. Давайте макароны с сырой для вечеринки забабахаем. Все, остальные пошли готовить. 2000 бабла уже накопили. И третий уровень кулинарии. Отлично. Блин, это привычка дурная. А, так, взять порцию или пригласить за стол. А ну-ка, давай посмотрим, что это сделает. Банджо, давай хавать. Хавать, бери, хавай, ешь. Ешь, хавай, бери. Отлично работает. Так и будем в последующем всех приглашать. А остальные чё? А ну-ка, идешь. Правильно, отличная реализация.
Отлично. Даже ничего делать не пришлось. А телек они при этом смотрят? Смотрят. Это хочет спать, но еще и смотреть. Так, но нам нужно добавить телек в ее досуг. Ага, ну, отлично. По-моему, эта еда нормальная, это блестящая, да? Великолепная. Эй, где мне сесть? Вы все заняли. Ну и чё? А, ну да, конечно, ладно. Тогда смотреть текущий канал к тому же. Давайте проверим, все ли смотрят телек при этом. Потому что не смотреть телек чревато тем, что они будут расстроены. Молодец, кушай, няшенька. Кушай за папу, за маму, за всех. Хуже всех кушаешь. И получен навык кулинарии. Отлично. И еще и за всеми уберет. Отлично. И сейчас всех пригласят. Будем? Или пригласит? Я не уверен, ребята. Если что, поправьте. И пока одна из блондинок. Так, стоп, стоп. Не ту кнопку все время жму. Слишком стройная, чтобы уйти спать. Нельзя быть так. Нельзя быть такой. Потому что нельзя быть красивой, так худой такой. Вот, правильно. Так, куда пошла? Я тебя вроде развернул. Ты должна всех за стол пригласить. Народ, не проходим мимо. Еда, еда, налетай, налетай. Теперь мы знаем, как быстро всех заставить жрать. Просто щелкаешь. Так, телек не смотрим. Ставим на паузу. Взять порцию. И смотреть текущий канал. Отлично. Отлично, взять порцию. А, это все моет. Я боюсь, как бы эти перебежки не похуд... от них она не похудела. С другой стороны, она приглашена, приглашение на ужин получила. В общем, я раньше с подобным функционалом не пробовал, ну, не работал, но теперь видно, что кормить удобно просто одной кнопкой, вся семья приходит и ест. Очень удобно. Прям вот даже не надо по всем кликать. Так, блондинка опять поела. Вот эта блондинка, правильно, да? Ну, она за собой берет. Молодец, молодец. Хоть кто-то за собой убирает. Ну, по-моему, им всем уже пора спать. Так, это первая блондинка, это вторая. Надо как-то их отличать. По именам вряд ли. Эти имена генерировались так случайно, что... Боже мой, не горюй, как говорится. Эти кушают. Ням-ням-ням. Так, докушал, докушал, ученый докушал. А этой пора спать. Ученый, нужно общение. Телек, с телеком все в порядке. Ну, давай просто поговорить с кем-нибудь потом, по возможности. Так, проверяем, может ли она идти спать. Опять перепутал блондинок. Нет, нет, не может идти спать, поэтому мы опять делаем пригласить за стол. И все, кто не доели или не наелись. Так, это был телепорт мгновенный. Хотя вампира у нас нету, ну пусть пообщаются. Раз насмотрелись телека. Отлично. Немножко общения не повредит. А вот тебе явно пора спать. И кто-то у нас застрял. Ученая застряла, но она знает, что нужно идти брать еду. О, обнимашки. Все, не выдержала.
Пошла спать. Все остальные едят, общаются, все круто. Общаются? Нифига не общаются. А, искренний комплимент. Ты такая ученая. Ага, конечно. Искренний комплимент, и все, и уже никто не ест. А, не, едят, едят. О, боже. Пошло общение. Это тоже общается. Ну, все вроде как. Общение пошло. Телепорты пошли. Так, это, походу, хочет спать. Ученая тоже хочет говорить. А, давайте купим им, наверное, компьютер. Давайте посмотрим, чем еще можно утолить общение. Компьютер сотовый. Блин, это все плохо. Вот была бы еда, с которой можно разговаривать, было бы эффективнее. Ты ее ешь и с ней говоришь. Вот этого серьезно в этой игре не хватает. Разработчикам стоит задуматься. В игре нету еды, с которой ты можешь разговаривать и есть. Это бы сразу решило кучу проблем. Угу. Спать. Ну, в принципе, нет. Рано, рано, рано. Давай еще готовить на всю семью. Второй уровень. Вегетарианцев не надо. Печенье жуткое. Отлично. Ну, нет, перед тем, как поспать, пожалуйста, надо сделать то, что надо сделать. Понеслась. Сначала какать, потом спать. Нет, не туда, не туда, все перепутали, все перепутали. Вот сюда. Использовать. Так, ученая решила, походу, дремать прямо на диване, да? Нет. Ученой нужно идти куда-нибудь сюда спать. Она уже красная, все дела. Так, полицейский в прошлый раз пришла за моряхой, не выспавшейся и уставшей. А сейчас уже два ночи. Но готовит она у нас лучше всех. Так, что это такое? Ага, убрать и помыть. Ну, конечно, нельзя было за раз все вынести. Там вон еще тарелка. Будешь по одной носить? Ну да, отлично. Все так делают, как говорится. Что за неудовольное лицо? Посмотри, тебе даже приятный холодный душ хочется. Так, что такое? Проблемы с дверью? Ты все помыла, молодец. Но нельзя отжиматься, надо еще вот эту тарелку убрать и помыть. И иди спать на все четыре стороны. Правда, там одна кровать к тому времени останется. Две порции через 5 часов умрет. Ну, я думаю, мы справимся. Итак, эта блондинка уже должна идти спать. Что она, собственно, и делает. Ага, все, тортик поставили. Сколько у этого часов? 9 часов. Отлично. И нам нужно сходить в туалет на дорожку. А потом уже сходить в туалет, в постельку. Все, отлично. Полетели. Давай, давай, давай. С низкого старта. Быдыщ. А то потом ночью будешь просыпаться и хотеть в туалет. И что с тобой делать? Так, еще блондинка вот эта. Она рядом с туалетом стоит, так что воспользуемся им сразу. Хорошо, что они еще все не сломали. Надо в таком виде, чтобы видеть, что они тут делают. И, наверное, для этих... Mm.
для разговоров мы сейчас установим тут пару столов компьютерных. Ну, конечно, теперь ты поспишь. Хрен ты поспишь. Ты сейчас все ремонтировать будешь за собой. А, давай посмотрим, во сколько ей на работу. 6 часов. Если не выспится, будет попа. Поэтому давай-ка кто-нибудь потом проснется и отремонтирует. Иди. А на диване ты нормально не выспишься, ты только вздремнешь. Тут есть дремучие. Давай, наверное, вот сюда спать. Никаких вздремнуть. Да что с тобой не так? Кто спит на диване? У них комфорт такой, что себе. Так, переваляться только. Молодец, правильную кровать выбрала. Ну, какой у нее прикидик, да? И она все равно, а нет, укрылась. Молодец. Все, давайте ускорение включаем. Что не включилось? Что ей вообще не нравится? Ага, все, полетели. Кто-то проснулся. АЛР должна приступить к еде через час. А, к работе через час. Все время путаю. Ей нужно вставать, идти в туалет, отправиться на работу. Ага, ну конечно, ничего не успела сделать, но уже на работу. Ну ладно. Сложно, тяжела жизнь школьников, что я могу сказать, студентов вернее. Ну, зато он там пописает и все сделает. Только досуг не устранит. А, давай смотреть, что у нас, кто поднялся. Ты поднялась. Тебе нужно в туалет. Скоро на работу, да? До работы 3 дня. Не, не скоро. Так что ты сегодня главный ремонтник дома. А, так, школьница тоже подтянулась и правильно сделала. Время хавать. И правильно, нужно есть то, что еще лежит. Еще не завонялось. 2 часа вот на то, чтобы это все съесть. Не забывай, что в это время можно смотреть фильм. Отлично. Так. А ты как раз сейчас, как свободная, сможешь заняться, что у тебя по ремонту есть. Да, механика 1. Так что вполне можно прокачивать вот эту штуку. Хотя можно было бы починить за 60, но это для слабаков. Больше никто не проснулся. А, у нас уже среда, 7 утра, 8 многим на работу. Надо посмотреть, поднять, сводить их по нужным местам, а то вернутся унылые, грязные заморашки. Так, отлично. А, пока телевизор откладываем, берем вторую порцию. Отлично. Так, наш коп должен на работу идти через час. Ну, копа я уже помню, да, это она. Да, курсант, 57 минут. Давайте посмотрим состояние. Да, и только выспаться надо. Общение, к сожалению, маловато. Давайте сделаем. Ага, наш часовой вернулся. И через час ей нужно уже идти на этот. И сразу телек смотреть. Через час ей нужно будет уже идти в школу. В общем, судьба тяжелая штука. Давайте в режим строительства и компьютер возьмем. А, надежность, досуг нужен. Они там будут просто общение делать. Ну, 800 долларов, да. А, возьмем один. Там посмотрим. Эй, ну что такое? А, значит, нам нужен стол. А, стол, 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 стол. Кабинет, да. Кабинет, стол для компьютера. А, давайте смотреть не читерные, не те, которые 10. Мы же не читеры. Мы вот экономия места, да? Стол лакированный. Тут можно посадить двух компьютерщиков. Так, телек у нас с одной стороны, значит, компьютеры будут вот тут. По дороге они, конечно же, заблудятся, поэтому давайте где-нибудь вот так сделаем. И стулья
Компьютерные стулья. Тут вроде есть где-то компьютерный стул специального образца. Называется «Детское счастье». Ну, почти. Чертежный стул. Да, чертежный, отличный. Все равно не влазит, то есть на один компьютер получается. Слушайте, а тут еще полка. А ну-ка. Надо, чтобы к ней подход был. Подход остался, компьютер сейчас добавляем. Ну, потом, если что, просто поставим два компьютера с одной и с другой стороны. Ага, тут хрен поставишь. То есть нам нужно все-таки будет брать второй компьютер на следующую ночь. Все, перешли сюда. Теперь у нас для общения есть отдельный компьютер. Отлично. Угу, понеслась. А мы все ремонтируем, ремонтируем. Фиолетовые штаны просто заняты непрерывно ремонтом. Так, давайте смотреть, кто спит, у кого потребности не соблюдены и кому скоро на работу. 3 часа. Через 3 часа на работу в туалет не схожено. А, ну ладно. Так, тут понятно. 2 дня еще можно поспать. 2 часа. Секретарь. 2 часа. Вот, через 43 минуты курсанту на работу. Ну и через 43 минуты 2 школьников должны пойти. То есть школьнику надо все-таки сделать все важные дела, да? Тут попитаться всего лишь, тут надо все-таки пройти полную эстафету. Серьезно? Мы фоткаем? Мы есть собираемся? И смотреть телевизор при этом. По-другому тут никак. И ты должна смотреть телевизор. Отлично. То есть мы решили, что смотреть телевизор это не есть. У тебя осталось до работы 13 минут. Ты даже в туалет не сходила и гигиену не сделала. Давай, естественная нужда, потом гигиена, а все остальное как порешаем. С досугом проблемы, но это не страшно. Итак, персонаж, так, это у нас ты, да? Отлично, выбрала правильный путь, путь еды. И смотреть текущий канал. Есть и смотреть текущий канал. Есть и смотреть текущий канал. И есть печенье жуткое. Зависло. Отправить самостоятельно. Надо было не выбирать профессии, которые все время у меня спрашивают какие-то странные вопросы. Так, у нас коп отправляется на работу. Надеюсь, сегодня ты вернешься не с тем лицом, которым ты вернулась вчера. Так, мы едим, смотрим, все отличненько. 8 человек. 8 человек. И все хотят наконец-то получить свои эти реальные габариты. Мы так и назовем это, реальные габариты. Все, тут можно уже не смотреть телек. Хотя у нее еще можно пропустить на часик, но ее там потом будут ругать. Между прочим, они еще домашку должны делать. Отлично, я облился лимонадом. Так, и кто-то должен еще к 10 собираться, да, если я не ошибаюсь. Проверяем. 3 дня, 2 часа, 2 дня, 15 минут. Через 15 минут надо идти куда-то, да? А мы еще спим. Что не нравится? Тоска по любви. Ну, извини, любовь к еде, это тоже любовь. Так, мы нажимаем, что бы нам сделать, давай пообщаемся побыстречку с кем-нибудь. Так, господи, что за дурная привычка нажимать пробел?
общаться. Нет? Так, это в школу отправилась, правильно? Правильно. Это тоже уже ушла. Так, кто поел, тот убрал за всеми. Убрать и помыть. Хватит телек смотреть. Понеслась. Так, общаться что не с кем? Ну, обнять может, да? А она, между прочим, собиралась помыть посуду, а ты просто идешь кого-то обнимать. Кого ты обнимать собралась? Кого ты найдешь тут на улице? Тут никого нету. Отправиться на работу. Ну, так лучше. Все, пока. А, так, через час должна вторая партия подтянуться, да? Давайте ее ублажать. Идем в туалет. До работы 2 дня. До работы 7 часов. У нас остался только 48 минут один персонаж. Все остальные не сегодня, а этот через черти сколько. Отлично. Собираем посуду. Что там, еда еще не испортилась. 3 часа, чтобы съесть 6 порций. Давай попробуем успеть съесть все это. Так. Это чего ты творишь? Пригласить всех за стол. Давай. Кто проснулся, тот и ест. Заодно общение удовлетворишь. Что, грязно, да? Это чё, если руки не мыть, то и не так будет. Смотреть телевизор. А ты общаться хочешь? Ну, ничего страшного. Общение у нас довольно на низком уровне, поэтому почему бы нет? А почему никто не использует компьютер как... Ну, вы поняли, как средство для общения. Дом пуст. Почти 4 из 4 ушли на работу. Тихо, спокойно, только печеньки хрустят за столом. 22 минуты. Помоешь? Ну, хрен там, да? Так, ну, а мы убрать, помыть. Потом протереть пол. Так, у нас кто-то проснулся. Давайте посмотрим. Дискомфорт от того, что хотим в туалет. К сожалению, у нас пропадает еда. В туалет мы еще успеем. Давай перекусим, а потом в туалет. Тем более на работу тебе не надо. Все такое. Просто встанешь и все. Так, сейчас еще сохранять молчание. Встреча в лифте. Поднимай глаза, что-нибудь сказать. Ну, конечно же, сказать. Смел это. Фортуна любит смелых и мертвых. Странно, что портится одна и та же раковина. Все, и можно просто взять порцию, как и все нормальные люди, пожрать. А не, не, нельзя. Мы слишком грязные. А, принять душ. А это успеет? Это еще успеет. Тут лужи одинаково отмываются, что от воды, что не от воды. То есть без разницы, может даже накакать. Давайте побежали. Остальное потом. Так, у нас еще один персонаж. Не хочет вставать категорически. А еда, между прочим, пропадает. Так что давай.
Побежали кушать. У нас получается игрушка среднего темпа. Моего классического. При котором персонажи также все едят, все делают, только не развиваются более чем полностью. Так, и этому персонажу надо бы повысить печеньки. Никакой ванны. Печеньки. Взять порцию, смотреть текущий канал. Какая ванна-то? Ты чего? Так, а мы куда собрались? Нам тоже, сколько тут, две порции осталось. Еще тоже взять порцию и общаться. Отлично. Тем более есть будете за одним столом. Неужели для того, чтобы общаться, нужно обязательно вставать? Почему нельзя просто есть и общаться? О, как с одной тарелочки идет, как это мило! А, не, все, ни одна тарелочка падала. Вот так, так смотрится, ничего так. Иду, внюхивает по очереди. Внюхивать еду, это так... Тоже мило. Так, кто доел? Кто доел? Блондинка доела. Сколько у нее? Кулинария 1. Вообще ничего не готовила. Вот у нее хорошо, по-моему, с кулинарией. Да? Да, кулинария 2 уже. Значит, блондинка занимается тарелками. Даже вот так убрать и помыть. А остальные готовят. У нас есть кулинария 2 и кулинария 3. Тут вообще можно уже готовить порции элитные. Мне кажется, все-таки некая тенденция намечается. Не так, чтобы прям вот супер, но что-то уже прорисовывается. Что-то уже видно. Эй, на готовку. Да, животик уже появляется. Готовить еду. Так, для вегетарианцев не подходит. Любой фрукт, лыза из сыра, шоколадное печенье. Ну, в общем, все лежит в верхней. Оладьи для вечеринки. Если вы понимаете, что вечеринка это для всех. Так, мы помыли. Что мы там стали? Нам нужно. Да, ну тут кулинария проблемная, поэтому давай, наверное, вот этого персонажа еще. Что он так хочет убрать и помыть? Нет, мы не будем брать помыть. Мы сейчас на втором столе сделаем готовку. Яйца с гренками для вечеринки. А вот этот персонаж как раз сможет потом убрать и помыть за всеми. Вот так и проходит день тех, кто не голодает. Конечно, отличная идея. А потом поставить стакан с водой прям вот вместе. Вот смотри, мы тебе сказали, вот плита, вот тут можно все делать. Ты пришла, увидела, что тут готовят, и тоже пришла сюда. Да что с тобой не так? Вот же рядышком шкафчик есть, он чистый, полностью чистый. Зачем нужно приходить к ней? Она что, тебе подскажет, что ли, что куда мешать? Эх. Да, все урони, все разбей. Сердитая, холерики по малейшему поводу. Ну, конечно, быть растяпой и холериком, наверное, идеально. Это что, вся приготовленная еда?
Ну ничего, так молодца, постаралась. Возобновить. Никого утешать не будем, обнимать тоже. Займись, пожалуйста, гренками. А ты иди пообщайся. Другие варианты. Общение. Флудить на форумах. Поболтать. Болтай, чем там можешь. Так, готово. А ты можешь уже куда? В душ? Ну, в принципе, да. Тут уже без душа никак. Скоро будем красненькие. А красненькие это воняет, это лишний этот дебаф на всех. Все время забывают слово на ну, в общем, баф в Симсах. Состояние, которое Симсы получают. Это она так общается? Крутая. Это все никак зажарить не может. Ничего, сейчас все домой придут, будет жрать. Подать на стол надо сделать. Угу, отличная работа. И мы пригласить за стол, положить багаж, упаковать. Пригласить за стол, давай. Всем дошли приказы. Народ, хавку принесли. Тоже не отвлекаемся, идем. Пообщаться всегда успеем. Смотрим телек. Доброта сплошная. Это, я помню, блондинка ЧСВ. Так, тоже можно телек смотреть, между прочим. Ну, а тут можно даже пообщаться. Не, напиток в лицо, не. Лучше смотреть телек. Сейчас, небось, пойдет вставать и искать другое место. Хоть паровозиком их высаживай. Надо, наверное, было прямой ряд сделать, они тем более вот тут все время путаются. Стол к столу придвинуть, тогда была бы непроходимая территория, но не факт, что они не шли бы через него. Так, и что мы? Небось, в лицо должны выплеснуть все. Кто через час? Сэре, да? Но у нее вроде все нужды удовлетворены. Поболтать с Рэ, выкрикивать запрещенные слова. Но это ее выбор. Почему мы должны ей мешать? Каждый имеет право назвать другого, кем хочет. Мы живем в нормальной демократии, а не в толерантной. Толерантная демократия – это уже какой-то тоталитаризм. Ответить, конечно, ответить. Что кто-то опять пропустил предупреждение из школы? А, надо было ответить. Ну ок. А что, она не пошла? А, они уже пришли. Что там? Успеваемость не очень, да? Троечница. Продуктивность плохая. Ну, блин, если работать на такой работе, наверное, такая продуктивность и будет. Давайте менять ей работу. Это несерьезно. Она просто не высыпается, домашки делать не успевает. Взять отпуск, найти работу, уволиться. Ну пока. Так, школьники вернулись, в общем. Школьники вернулись и могут идти есть. Взять порцию. Тоже злая, потому что досугом не удовлетворена. Ни с кем общаться тут мы не будем. Давайте посмотрим, что уволится. Вы уверены, что должна бросить главное по удалению пятен на кофе? Ну блин, у нее карьера с другой стороны. Она все-таки с кофе пятна вытирают. Может просто как-то подумать, что покачественнее. Ладно, давай подумаем, что просто это ее жизнь такая. Все-таки она еще и заболела, да? Крутяк. Не выспалась, заболела, прогуливает в школе, не делает домашку.
Давай домашку делать хоть как-то и посмотрим, что нужно, чтобы второй уровень. Давай посмотрим, что тебе можно качнуть. Кулинарию? А как же ты качнешь кулинарию-то? А у тебя что-то качнуто? Вообще ноль, ни одного таланта. И ничего, никого не колышет, что она не успевающая делать домашнее задание. Давай. Два родителя бегом сейчас делают fast help. Телек можно не смотреть, а помочь с домашкой. Давай. Блондинка пока займется. А я сейчас на работу, кстати, идти через сколько-то там 28 минут. Как раз успеет убрать и помыть за всеми. Ага, видимо, помощь по домашке прозвуча выглядит в целом не очень. Поболтать с Адхарв. Это имя просто идеальное. Так, почему ты не захотела, чтобы тебе помогали? Помочь с домашним заданием. Да, отлично. У тебя насморк, сопли, иди на траве, просто делай домашку. Все ж так делают. Так, что у тебя с домашкой? Мы вроде договорились, что ты ее сейчас будешь делать. Да, давай, хватит сфоткаться. А ты ей поможешь. Отлично. Осень, отличная погода, чтобы сидеть на коленях на улице и делать домашку. Все так делают. Тут нельзя помогать вдвоем? Нет, нельзя. Значит, это идет сюда. Будем их из троечниц вырываться. А что, у нее реально плохие показатели? Давайте посмотрим. Школа. Ну, у нее продуктивность низкая, просто низкая. Ничего такого. А это еще и прогуливает, опаздывает. Ну, в общем, домашку сделает, все должно улучшиться. И досуг, кстати. Делать домашку это так весело. А не, он в другую сторону срабатывает. Те еще помощники собрались. Четыре персонажа. А вы, между прочим, в это время должны есть. Еда скоро испортится. 7 часов. 7 часов 2 минуты. Так, домашка сделана. Значит, давай решать все проблемы, которые у тебя могут быть. Досуг. Правильно. Так, давай попробуем сделать капельки. Наушники. Нет. Капельница в дорогу. Серьезно, есть такое украшение? Эх. Аудиотехника. Вот тут должно быть наушники мелкие. Не? Не? Давайте поставим им просто приемник, пусть они танцуют под него. Он поставится тут. На стол не влазит, в уголок не влазит. Тут дорога в туалет, тут проход сюда. Можно вот тут поставить. Просто поставим музыку и включить.
Ну, мы все слушаем летнюю музыку. У нас же осень. Так же и надо. Так, давай, сколько тут порций осталось? 4. Поставить на место, пригласить за стол. Давай. Наш коп пришел. Давайте посмотрим, в каком она сегодня настроении пришла. Она все равно недовольная. А, ну да, целая смена прошла. Давай мы сейчас побыстречку. Кто у нас пришел еще? Ага. Мы в прошлый раз втроем. А кто третий? Че третий не пришел? Смена изменилась. Ну, это как-то получше. В любом случае получше. Бодрость. Естественная нужда. Естественная нужда. Какая вероятность, что они попадут в один и тот же туалет? Чисто любопытно. Умные. Не каждый так может. Так, тут домашку не могут никогда делать. Тут еду вроде как должны были притащить. Но мы притащили книгу. Домашнее задание выполнено. Надо, наверное, было ставить магнитофон в другом месте. Если задание домашнее выполнено, все должны быть рады. Ух, тут какой какая жуткая проблема с досугом. Давайте второй магнитофон купим, просто поставим тут, с этой стороны. Что нам стоит, они копеечные. Даже за 200 можем поставить и включить. Пусть дымится над головой. Так, вот тут где-то середина, да? Вот тут. Опа. А, включить. Так, пауза, пауза, пауза. Включить. Ах, латина. Тут, а на кухне у нас для переваривания желудка лучше подойдет латина. Под латину все переваривается лучше. Доказано учеными. Ну что, вы получаете удовольствие от музыки? А, ну да, надо же нажать слушать латино. Оставить грязную посуду. Мы уже так делали. Слушать латино. Слушать латино. Слушать латино. Понятно. Слушать латино. И тоже слушать латино. Ну давайте. Сейчас скажем, кому эта музыка не нравится. Во, все, досуг пошел, беседовать можно. Музыка играет, общение идет. Кто-то даже убегает. Что такое? А, тарелку с собой помыть. Ну да, отличная идея, хоть кто-то это сделает. Так, чем мы застряли? Что нам не нравится? Мы сделали пипи. Мы сделали, можем сделать душ. Пока стол там занят весь. Отлично играет. Она за всех помоет? Угу, походу да. Еще и музыку слушает вообще великолепно. И посуду за всех моет. Вот бы все так. Давай посмотрим, какие тут пожелания. Музыку слушает, музыку слушает, общение не происходит. Она может поговорить, поднять настроение, например. Угу. Так, и, наверное, тут совсем плохо, тут получше, тут
вообще замечательно, но еще не доедено. А тут с общением плохо. Их хоть не поднимай, они просто... Отпусти их на пару секунд и все. Давай. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас делаем прием мега... Мега-контрольный удар. Пригласить за стол всех. Чё зеваем? Не зевай. Тут отличные беседы идут. Так, кто помыл тарелку, идет мыть следующую тарелку. Да отлично вообще. Это лучшая профессия, которая есть, мыть тарелки. Отлично. Сразу так все еду взяли. Крутяк же. Походу в этом все взяли еду, не очень сработало. Музыка слушается, еда кушается. Это включило телек. Да вообще, все идет по плану. Только никто не толстеет. Они даже беседуют. А еду кто брать будет? Забыла, да? Угу. Да, и кстати, тебе нужно не только ее взять. Тебе ее нужно будет приготовить. Потому что следующая порция уже никак. Так, пришел ученый, путешествие, картина путешествия к звездам. Давайте посмотрим, что они там нафармили-то по профессии. Картина путешествия к звездам, что она дает? Так, мы получили картина путешествия к звездам. Улучшает обстановку и настроение симов. Делаем, а где они больше всего тусят? Конечно же, на кухне. Где будут звезды? Конечно же, тут. Даже не знаю. Путешествие к звездам — это как на работу. Только к звездам. Отлично. Табличка Сибин. Украина. Найдена наклейки. Имущество компании не для домашнего. Не получен доступ при достижении карьеры бизнесмена. Угу. Так, тоже добавляет обстановку. У нас тут есть столик, да? И визитка Дикобраз. Карьер исполнителя. Я не знаю, что эта штука делает, но мы ее просто впихнем куда-нибудь. Где они тут тусят чаще всего? Угадайте, где? На кухне, конечно же. Куда мы никогда не подходим? Конечно же, вот сюда. Там мы посадим. Все отлично. И деньги копятся, и семья процветает. Единственная проблема, ну, типичная для всех этих ребят, это то, что они не хотят никак... того. А еще надо в душевую поставить музыку. Так, давай сделаем марш-бросок. Хотя ты и так первая доешь. Мы сейчас сделаем пару десяток блюд. И общаются, и музыку слушают. Вообще молодцы. Да, музыку все слушают. Ага, вот кто музыку-то не слушает. Но на-то телек смотрит, норм тоже. Так. Ага. Так, у нас у полицейского, по-моему, навык кулинарии 2. Побежала. А, давай поставим тебя на дальнюю плиту. А, яйцо с гренками. Печенье жуткое. Так, а с рыбой яичница. Макароны с сыром. Это первое. Это первый уровень. Нам надо так, а с рыбой. Ну, блин, рыба. Так, а ну давайте подумаем, что для вечеринки. У нас тут что не день, то вечеринка. Тот у нас еще неплохо владеет. Кулинария. Кулинария. Три. Ну, только ты. Ага. И готовить ага, закопеканка. Отлично. А, в это же время. В это же время остальные должны заняться полезными вещами. Это значит помыть посуду. А, будем воспитывать манеры.
пялится туда, с учетом, что у нас совсем плохо с досугом, пусть себе пялится. Так, тут над кем-то шутят. Тут уже доело вроде, да? А, блондинка сама все сделает, отлично, она прям мои мысли читает. Так, кто там в душе? Навык пакостей. Но я не буду регулировать их отношения. Хотят пакостить, пусть пакостят друг другу. Это так. И у нас из душа вырвалась ученый. Ученый вырвалась из душа. Нам нужно ученый, чтобы взяла вот это и помыла. В это время готовкой займется это. Она не захотела поднять остальное, но крутяк. А почему? Ага, потому что блондинка за все взялась, да? Это, походу, танцует. Нет, походу, писать хочет. Все, я перепутал. Я перепутал, она просто хочет писать. Но со стороны так и не поймешь. Ну что, на этом мы сделаем паузу, потому что, по-моему, щечки начинают набираться. Да, щечки, похоже, немного пошире стали, или это у нее лицо такое. Вот. Сделаем небольшую паузу перед следующим видео. И потом продолжим наполнять наших девушек лучшими блюдами европейской и другой кухни. Все. Сделай паузу, скушай Твикс Такс. Заодно сохраним все и посмотрим, как они выглядят. Управление городами. Сохранить и перейти к управлению городами. Тьфу-тьфу.